Ну что, поехали, ребятки. А у меня, значит, есть магнитик теперь. Очень. Нифига я разогнался. Тихо. Надо аккуратненько. Аккуратно, не спешим. У нас есть магнитик, которым будут примагничивать все всякие штуки-дрюки. И плюс у меня еще расцветку я новую открыл. Оранжевенькую такую. Сейчас попробуем доедем до кубка. Надеюсь, хватит у нас силы, энергии. Ну, тачка у меня вообще прокачанная неплохо. Ну, как я считаю. Вот, смотри, о, бонус нам дали. Теперь нужно подняться. Давай. Во-во-во, ух ты, что такое? Подняться не смог, что ли? А ну, подожди. А, еще и топливо на исходе, да ну нафиг. Ладно, закончилось топливо. И ничего не поделаешь. Так, обычная гонка, да? Ну давай в кубки поиграем. Поехали. Кубок пустыни. Во, идеальный старт. И мы, ребята, сейчас должны хорошенечко поиграть здесь, выиграть. Кубок. Ты тормозим. Есть. О, как же пригождается этот. А, ох, нет! Разбился, да ну. Бывает. Давайте еще раз. Да, плохое место было. Вот это вот я и не сильно и люблю. Вот эти вот такие вот места, которые можно стукнуться головой. Ну, магнитик очень-очень хорошая штука. Ах ты! Кто-то уже разбился, смотрю. Так вот эти вот кактусы мне мешают постоянно. Опля! И мы занимаем второе место. Есть. Так, идеального старта не получилось. Но не страшно. Перепрыгиваем кактусы. О, вот это все. Все это болото мы перепрыгнули. Так, заканчивается топливо. Все нормально. Опа, так, назад немножечко и вперед. Так, а ну-ка у нас автобус вырывается в лидеры, да? Ничего подобного. Есть, первое место. Два раза первое место мы заняли. Ну, получилось, что второе. Чуть-чуть проехали, грязное ралли. 4 этапа, ребята, офигеть. Опа, поехали. Тыкс, аккуратненько. На мотороллере кто-то такой. Рейсер какой-то непонятный. Рейсер 30-222. Оп. Так, пока что мы едем первые. В лидерах. И нам нужно эту лидерскую позицию сохранять. О. Здесь аккуратненько едем. Какая же, слушай, вещь этот магнит. Есть, первая позиция. Едем дальше. Так, идеальный старт. Ох-ох-ох-ох-ох. Аккуратно, главное не перевернуться нам. Бензинчик. Сейчас возьмем. Все. Теперь едем, ребята, едем. В первой позиции. Отлично, отлично. Мы еще и ускоряемся от монеток, представляешь? Еще я все монетки могу собрать и не переживать. Опа, идеальный старт. Так, а ну-ка, у нас сельская местность. Я люблю сельскую местность. Опа, отлично. Кто-то еще едет, смотри, на монстр-траке. Но мы, ребята, едем первыми. Замечательно просто-напросто. Опа, так, а ты чё, как так монетка у нас не собралась? Так, вот рейсер, смотри. А рейсер победил. Какой он быстрый-то оказался в конце. Опа, ну давай. Кто тут?
Нет, вот он рейсер, я думаю, куда рейсер делся? Который сейчас первое место занял. Опля, так, здесь надо аккуратненько, давай едем. О, какой-то герой, смотри. Мчится. Вперед. О, вовремя бензинчик взяли. Вот, теперь у меня первое место. Отличненько, ребятушки. Первое место занял. Ой, как хорошо. Ну что, ребяточки, поехали. Так, у нас сейчас двойные монеты, поэтому нужно максимально аккуратно ехать, не спешить особо. О, здесь, давай, опа, хорошо. Так, не люблю я, конечно, ехать тут в команде такой, чтобы меня все отвлекали. Оп. Попробуем оторваться. Оторваться от них всех. Так, магнитик делает свое дело. Сейчас мы все монетки примагнитим. Отличненько. Оп. Нет, блин, шапка снялась. Ну ладно. Главное, головой мы не стукнулись. Ой, тихо, аккуратно. Здесь пролетаем аккуратненько. И здесь. Здесь будет она вниз падать. Конструкция. Что ж я так разогнался-то, а? Всё, не спеша, будем ехать сейчас. Ок. Аккуратненько здесь. О, давай, пожалуйста, доедь. Фух, получилось. Да, это было сложное место. Одно из двух. И вот это еще, да, сейчас сложнее будет, мне кажется. Вот здесь или в другом месте? Не, в другом месте. Нет, вот оно место это. Опа! Но это не такое прям сложное место, конечно. Есть еще сложнее. Ну, главное, мы здесь проехали. Так, здесь надо аккуратненько. О, отлично. Так, это просто мостик. Не страшненький. Давай. Оп, молодец, еще немножко. Да, машинку надо прокачивать. Получается у нас здесь очень много еще прокачки предстоит. Двигателя. Ой, вот оно, место вонючий случай. Да. Нет, разбился. Да, ну хоть немножко мы тут проехали, то хорошо. Да, надо выбрать что-то другое. Например... ржавый риф. Поехали. На ржавом рифе. Здесь главное не спешить. Угу. Тинкс. Вот эти пузыри, они могут сыграть злую шутку. Как-нибудь засосет сильно, и голова с плеч. О! Так, а что у меня тут? Не хватает энергии. Так, 450 метров у нас. Едем, все нормально. Отличненько. Потихонечку, как бы спускаемся вниз.
Так, бонус за расстояние получаем. Так, это 100 метров, и я сломаюсь. 100 метров, и я сломаюсь, ребята. Пойди. Ух ты! Тяжко, тяжко, тяжко. А что это такое? А-а-а! Не хватает мощности двигателя. Офигеть.